Еще раз всех приветствуем, с вами группа Anti-Cheaters, турнир паблик серверов, призовой фонд 1000 баксов, и уже эти команды, кто-то из этих коллективов по-любому получит какую-то часть призового фонда, а именно проигравший как минимум заработает 15 баксов, выигравший еще больше. Ну ладно, об этих раскладах мы попозже поговорим, встречается легенда, ЗКТ пока что на сторону дураков, напикли ребята даст 2, ну и сейчас порежутся они на лангу. У нас тебя призовой фонд постоянно меняется. На нюке был 1500 долларов, уже 1000. Да я, значит, оговариваюсь, сори. Ну, не полторы, просто 1000 баксов, ребят. 650 за первое место. Так, они порезались. Все осталось так же, ну и состав играющих команд. Легенда, защита. Ус-Ук-Эц. Чудесный ник. Следующая решетка. Потом родная. Я по и ва и... Короче, родная будет у нас просто. The Temp и Duke Fleet. За страну дураков играет Мадара, Супер Люся, Юанви, Легион и Хэсчански. Вчера мы этих ребят видели немножко в другом составе, в групповом этапе. Сейчас посмотрим, как они проявят себя уже в полуфинале этого турнира. Средний скилл у ребят 1134 против 1148, то есть почти хард-минусы заслуженные. В общем, нормально по картинкам. Ну и понаблюдаем, что здесь произойдет. Первый контакт на миде, как мы видим, попытка выйти через мидл. Легион пытается флешку откинуть на Б, сплитом выходит на Б-плент, его бреют, есть размен. Еще игрок по 90 стоит, его также забирают. И в численном большинстве стран дураков занимает Б-плент. Напоминаю, пацанов, аватарки на сайте просто чудесные. Там икона, иконка и в иконке Макс Пейн, который помогает пацанам не промахиваться на этом сайте. Ну, в общем, 3-2, тем временем он выходит на мидл, пытается стреляться с еще одним игроком, но родная его перестреливает. И в итоге 1-2. Он с дефу с китами, пачка еще не установлена, но его забирает щепок, и страна дураков забирает первый раунд. По ставкам в игре 81% баллов был поставлен страна дураков. На легенду поставили 19%. Но это тоже потом обсудим, что как, что к чему. В параллельной игре сейчас встречаются женская власть, напоминаю, с белорусским сервером. Они воюют также за путевку в финал этого турнира. Ну, а мы продолжим смотреть. Страна дураков, у пацанов 4 морковки, у Мадары. У Мадары я вот пока не вижу, что за девайс, но есть первые минуса. И он выдает минуса в банке. Да, у всех пацанов 5 морковок. Вот так они решили отыграть этот антиэкономический раунд. И у нас, кстати, чем ближе к финалу, по традиции я начал замечать на турнирах фаскапа, тем постоянно чему-то пикается даст. Ну, пацанам так удобнее играть. Ну, ладно. Так, тем временем последний игрок команды... Знаешь, почему даст 2? Потому что ночной режим привычнее все-таки. Все, понял. Ночной режим, даст 2, инферно, там все дела. VIP Gold должна быть, по идее, у всех игроков со стима на сервере. Но здесь Макс Пейн навряд ли какую функцию пацанам предоставит. Или какие-нибудь парашютики и так далее. Продолжим смотреть. Пока что у нас уже счет 2-0. Направляет страну дураков. Один в Т-шку. Остальные играют на восьмерке. Ждут какой-то агрессии, аркады. Очень аккуратно действуют. Понимаю, что сейчас цена ошибки может быть очень серьезная. Неохота отдавать девайсы. Кто-то уже скинул свои, соответственно, морковки. Перешел играть на АК. Играют через лонг, причем делают все правильно, девайсах через... проходят через то место, где нужно стреляться на длинных расстояниях. И сплитует аплент, ребята забривают мидл. В зике вот единственное не забрали за темпа. За темп выбивает АК и может еще и на десятке для себя кого-то нафармить. Он остается последний, по нему есть информация. ХАЕшка ему сейчас залетела. Ну и 3-0. Пока что стартовые расклады именно такие. Ну и, кстати, по флагам, именно не фрагам, а флагам, ребята все с России, поэтому чисто вот такое российское противостояние в полуфинале. Вот так вот, продолжаем смотреть, первый девайсный в этой игре, смог неудачно, кто-то пытался кинуть, видимо, об спину отрикошетило у команды Легенда. Ну, на то они и Легенда, чтобы делать легендарные трюки на легендарной карте этой игры. Вот так вот. Ну, что пока что по расположению. Все дефолтно у защиты. Атака тоже не торопится. Положили, засмочили здесь себе парыч. По парычу пытаются проходить. Не торопится. За темп уже готов здесь принимать. За темп. И вычисляет. Вычисляет сейчас игроков команд защиты. На хелпе у него есть игрок с ником тире-звездочка тире. И они на четверке готовы здесь
принимать. Ох, подсадка очень хорошая была. Легион десантом спрыгивает с ящика, но не забирает игрока команд защиты. Хотя есть размен 3 в 3, можно продавить дальше зигзаг, что, в принципе, и делает Мадар. Он остался ледовый, у него 16 хп, но его здесь нашивают неплохо. Последний Ионви после серии разменов. Ну и первый раунд за командой Легенда залетает. Вот так вот, 3-1. 3-1, первый раунд за ними. Ну и команда... Страна дураков не лишается девайсов, по идее, хотя они также закупаются. Есть передроп на респауне. Соответственно, это очередной обоюдный девайсный раунд. И перестрелка с медлом. Нет до сих пор снайперской винтовочки. На этот раз у команды Легенда все нормально со смоком. Ребята наконец-таки его закинули в щепки. И все четко. Пошли прострелы банки. Ну, все нормально, все как мы любим на пабликах. Вот, ребята пытаются сейчас за атаку откидывать зиг на минуте 23, и в зике пока никого не ловят, но здесь на четверке пацаны встречают, раз флешка, вторая полетела, под эту уже даже не флешку, а гранату, дикфлют пытается спуститься под винт, встал на зиге, но безуспешно пытается стреляться, есть перестрелка по всей карте, забрали на грибах пацана, 2 в 3, сторона дураков чистое большинство, и забирает он здесь одного игрока команды атаки, перетягивает сразу УК или УЦ, или, может, УС под бэплэнд и занимает Т-шку. Вот так вот. Ну, а... Так, его должны, по идее, слышать сейчас. Супер Люся. Хотя нет, не слышит. Это дабл дак в исполнении своего соперника Silent Run. И Супер Люся будет подниматься в верхнюю. Здесь может быть тайминг. Тайминг для кого-то из игроков. Так, все. Тайминг. Хорошо. Чекал до последнего верхнюю, ушел на Б. В этот момент Супер Люся поднялся в верхнюю. Чудесный тайминг. И сплитует бэплэнд, через мидл будет играть Ионви. Оп. Укос читается вроде. О, ну ладно. Так, ну и у нас вот как раз УС. Ну, прозовем его УС. Почему бы нет? УС забирает игрока команды атаки. Ну и атака играет уже форс. Форс бай. Закуп есть, но не на всех. Приходится ребятам играть с диглами, с АК. Кто как может. По-моему, АК только один. Вот сейчас у Онви пытался он перестреливаться. Два АК, три дигла. Вот такой вот расклад по закупу сейчас у страны дураков. Продолжим смотреть. И пока что агрессии обоюдной мы не видим. Только откидка гранат в начале стадии раунда. Пытаются прощупать слабые стороны. Выход из банки сейчас у родной. Он увидел, что с банки... О, вот это пацан нормально. Зачекал этот выход. Ну, а также атака выходит на Б. Плен сломали здесь одного из игроков. Можно дальше проходить, а пачка лежит около зика. Хэсчанский занял уже Б. Плен. Забрали Супер Люсю. И пачку, по-моему, выбили. Они должны были видеть эту пачку, по идее. Но не факт. Легион Ласт. А, да, все, они видят. Она прям на десятке лежит. Я думал, она на парочке. Видимо, пацан стягивался и... При убийстве увидели у него бомбу, Легион последний. 90 хп остается у Легиона. Легиона также бреют, и счет в игре сравнивается 3-3. Напоминаю, что кто только что присоединился или не знает формат, это Best of 1, проигравший занимает... нет, он будет играть за третье место, но победитель направляется в финал, там уже будет Best of 3. Вот так вот. Ну и атака направляется под бэплэнд. Ребята бегут, простреливается Т-шка, очень плотно по ним попадают. Ну а дальше сейчас будут принимать. Но есть, кстати, два девайса. То есть форсом они пытались выйти на бэплэнд. И удачно, но с медла уже их пытаются здесь прострелить, убить. Ну и так далее. Пачка установлена, деньги будут для следующего раунда у команды страны дураков. Ну а сейчас можно еще и раунд выиграть. Благодаря девайсам, которые они забрали, накидываются флешки, также при этом остаются слепыми. И УС, по-моему, пытался ворваться абсолютно во фулл-блайнде. Так, за темпа очень много хп лишается. При выходе из щепок забрали одного, за темпа последний. И страна дураков выигрывает этот раунд, просто авантюрно выходив на бэпленд. Пробежали пацаны, двоих забрали, потеряв всего лишь одного. Ну и в численном большинством забирают раунд в свою пользу. При этом у команды Легенда остаются деньги на закуп. Ребята также играют единицу, будут закупаться. Но для них это решающий закуп. Если проиграют, то придется играть уже полноценно экономически. Так, ну и продолжение следует. Опять не торопится команда страна дураков. Решают играть теперь уже затяжные раунды. Получился у них фаст, на этот раз не рискуют.
растянулись по мапе. Также нет снайперской винтовочки. У них Эсчанский пытается с банки работать. А остальные ребята вроде как на нуле. Кто-то через Тэшку. Эсчанский чекает позиции в упоре. Ну, есть первый минус на Б-планту. Решетка забирает и Йонви. Дальше перестреливает еще и Легионы. Но Эсчанский тем временем дает минус на длине. Пытается перестреливать. Но в банке, точнее в яме, было такое секретное оружие у команды защиты. Своего продал, но все-таки разменял. Все четко. Мадара последний. 1-4 проходит по паручу. Понимает, что здесь позиции есть в упоре, на меде. И просто он не понимает, куда смотреть. Но легенда, благодаря этому замешательству, забирает четвертый. Счет в игре сравнивается. 4-4 снова. Вот такая у нас интрига. Никто не хочет отдавать эту каточку, конечно же. Так, ну и вынуждены теперь уже брать диглы команды «Страна дураков». Нет у них денег, не было бомбы. И лишаются, по сути, экономики. Поэтому сейчас будут играть раунд на пистолетах. Так, откидывают банку, но, к сожалению, по таймингу здесь не попали. Хотя вот третья хаешка залетела прям очень четко. Дамажила одного плотно. Досталось еще и Хэсчанскому. Ну и теперь подсадка банки на ящик. Ну, такая фирменная паблик-подсадка. Ой, как хорошо в смог находит звездочка. Вообще шикарен. Пацаны очень хорошо просматривают смог. Знают, куда нужно поворачивать твой экран. Прицел своего экрана, чтобы определять пацанов, кто есть в смоку. Так, убивает еще, по-моему, и пачку. В общем, всех расписывают. Хэсчанский ласт, он сейчас на меде. Ждет какого-то выпада, но в упор забрать, к сожалению, не смог. Ну и легенда, по-моему, впервые в этой игре выходит вперед. 5-4, промежуточно пока что так. Наращивает экономику, пацаны. А вот у страны дураков не так уж все и гладко, я думаю, что по деньгам. Хотя все-таки берут. И есть авик у Хэсчанского, но у него не было респауна. И он только сейчас, через несколько секунд, будет чекать мидл. Прогоняет своего тиммейта, который пытался здесь АК простреливать. Понял, что тайминг потерял. Ну, а дальше смысла нет чекать мидл. Снова взрыв гранат в банке от контртеррористов. Ну и сейчас Йонви будет выходить на первый фраг. Именно от него здесь первый экшен. Entry kill на длине. Дальше попытка перестреливаться с родной. Безуспешно. Здесь минус 2 от игрока команды защиты. Есть размен. А Легион уже на четверке. Он выходит на просвет. Отлично. Отворачивается от флешки. Ловит еще и просвет. Минус 2 от него. Ну и с последней. Он будет играть через десятку. Сразу же откидывает флешку. Дает знать. Опа-на, забирает здесь авик. В принципе, можно и засейвить. Нет. О, вот она, плюшечка. Видит он пачку на 8, понимает, что сейчас раунд зависит от него. Время на него, но у него полное непонимание, откуда же придут игроки команды атаки. Он идет в сторону Зика, но, к сожалению, для него Легион находит его первым. И в итоге счет в игре сравнивается снова 5-5. У нас такие вот качельки вырисовываются по счету. 5-5, счет в игре сравниваются. Респы по Б в очередном раунде от страны дураков. Можно пробежать, как в одном из предыдущих раундов, просто на фаст Б, но решают просто двоих туда отправить на информацию, а остальные ребята будут играть под А плантом. Восьмерка, ноль, ребята занимают. Начинаются прострелы Тэшки, ну и холл по всей мапе. Легенда в очередной раз откидывает банк. Но он должен уже понимать, что это уже чекается, не нужно этого делать. Йонви, кстати, делает entry kill под Б, соответственно, напрягая здесь очень плотно легенду, им придется где-то вдвоем играть под Б, middle плюс Б плент, и, соответственно, А остается в чистом таком меньшинстве, вдвоем трудно будет держать точку А, но страна дураков просто сейчас холдят, и ребята думают и ждут над тем, как бы вот сейчас еще один минус сделать. Хэсчанский выходит middle, чекает здесь позиции в упоре, но он не ожидает здесь игрока с КТ. Вот, за темп тем временем останавливает первого при выходе на плент. Происходит минус с гуся, по нему есть информация. Но у них какие-то не очень хорошие позиции. Реклама и гусь, буквально одна флешка. Ну, тут с длины за темпа стреляют. Не может ему помочь игрок с просвета, к сожалению. Вот, растянутый дефенс. И решетка тем временем забирает игрока под Б. Минус на длине. И два остаются на зигзаге. Слышат их. Их слышат и простреливают с КТ. Попадают по голове Мадаре. Мадара остается с двумя хп. И хаешка очень хорошая. Плент, легион неудачно. И легенда молодцы. Берут шестой раунд в свою пользу. Не сказал бы, что прям потная игра. Но в любом случае по счету мы видим, что пацаны с переменным успехом забирают раунды. То один коллектив, то второй. 6-5. Вроде как женских ников нет, вот кроме как родная. Ну, мне кажется, он просто посвятил ник девушке, либо такой ник у него, в принципе.
Вот так вот. Ну ладно, пистолеты. Страна дураков, диглы. Ребята сразу на быстром тайминге занимают зигзаг. Никого здесь не увидели. Там вкидываются гранаты. Двух дамажит неплохо. Ну а дальше нет экшена от атаки. Ребята не торопятся выходить через зигзаг. Йонви будет играть через банку. У него здесь первый контакт, по сути, произошел. Он получил на минус 65, а дальше выходить осторожничай. Три через зиг с пачкой готовы сейчас подниматься. Они по винту забрали за темпу. Отлично. Дальше видят плент, релоуд у одного из игроков атаки. Пачка у них здесь. Могут сейчас снова так по напрягать защиту, пофейковать, что-то придумать. Но я думаю, что гранат нет. Вот из-за гранат сейчас скажется вот это вот отсутствие гранат именно на результат в раунде. Но Мадара все-таки перестрелит одного в планту. Хорошая хелпа уже со спама. Накидываются флешки и гранаты в зиг. И прогоняют зика игроков команды атаки. Да, здесь даже последний остался. И он с пачкой стянулся с банки. Подобрал бомбу. У него 35 хп и не перестреливает мидл. Легенда. Берут седьмой раунд в свою пользу. Близки к тому, чтобы забрать первую половину, пацаны. Я думаю, что по экономике у них все в порядке. Просто сейчас нахожусь на их респауне. Слышу, как пацаны на полную закупаются. И у них все в порядке по деньгам. Чего не скажешь, страна дураков. Хотя у них вот есть авик. С авиком можно что-то придумать. Но оп, вот вам, пожалуйста, АВП реализовано. Сразу же open фраг. И это очень хорошо. Так, Йонви, тем временем, он самый такой основной игрок, который открывает постоянно, где-то какой-то экшен для себя находит. Я вот замечаю, смотрю за ним постоянно. Он подбирает девайс и сразу же пытается стрелять с медлом. Парень просто без комплексов, но его здесь очень плотно там дают по нему демейджа. И остается у него всего лишь 7 хп, в то время как у его пацанов здесь не у всех даже закуп есть, по сути. И два КТшника остаются биться против почти всех террористов, но забирают первого, забрали второго, 2 в 2. Казалось бы, такой уверенный раунд, КТ должны уже отдавать. Ну, атака что-то как-то не очень хорошо действует. Смок зашел, супер Люся, забирает первый, второго. Отличный клатч для него. Вышел он в смок. На этот раз он за КТшников сыграл, точнее за атаку, и очень хорошо себя проявил в клатче. 7-6, передроп авика. Два раунда до конца первой половины. Плотная у нас первая половина. Даже непонятно, для кого и как она сложится. И смотрите, легенда что делают. Они предпринимают попытку играть какого-то фарза непонятного. Один девайс, защита. Странно, но посмотрим, что это принесет. То есть два дигла, М-ка. Три дигла даже, М-ка и Юст. Аркада Т-шки тем временем от игрока команды защиты. Соответственно, понимают цены, что это 0 плюс банка от атаки. Есть размен. Ус дает один минус. Он на релоуде. Ему нужно жить и желательно забирать. Но здесь дают ему, накидывают хаешку. Очень плотно легенда борется на этом форсбае. И родная уходит в КТ. Пытается стреляться здесь. Ждет своего тиммейта. А тиммейт просто с банки ждет какого-то какой-то движухи. Пошла перетяжка под Б. Под Б бежит легион. У него пачка. И Дюк Флит, по-моему, видел этот мув. Видел мув со стороны игрока команды атаки. И понимает, что игрок стянулся на Б. Сейчас нужно прочекать Б-плент. Так, ну Легион. Перемудрил он сейчас игрока команды защиты. Первого со вторым стреляется неудачно. Родная минус один. Оставался на один в три. Так, второго не забрил. Ну и счет в игре сравнивается. 7-7. Последний раунд первой половины. По статистике у нас по 12 фрагов, значит, у страны дураков это Хэсчанский и Ионви. И у легенды это родная и Дюк Флит. Ребята вот так вот настреливают. Единственный Мадара потерялся в игре. Мало настреливает, 4 на 11. Но, надеюсь, во второй половине он все еще исправит. Все будет нормально для него по фрагам. Так, тем временем с пачкой направляется верхняя Т-шка атака. Им накинули флешки, и они не смогли здесь сразу что-то для себя придумать, реализовать. Хэсчанс пытается простреливать Бэплэн с Таника. Пошли вот эти нашивы, прострелы. Простреливают X с нижней Т-шки. И затормозили свой выход. Атака. Ждут какой-то перетяжки на миде. А на миде все хорошо. У легенды они не стягиваются. В принципе, два заняли сейчас Бэплэнд. На, играют в линейку, так называемую. Гусь, подъем. И на длине игрок. Наверное, линейка играется чуть по-другому. Но пацанам виднее, поэтому они решили здесь одного игрока оставить именно на гусе. Йонви тем временем смотрит мидл. Пытается здесь выходить.
чекать какую-то перетяжку. Перетяжки до сих пор нет. И атака перетянулась под выход на аплент. Попали своему по лицу. Ух, или нет, что-то я так и не понял. Но в итоге Хасчанский оформляет опенфраг, забирает подъем. Линейка, паблик-линейка не удалась у пацанов. И ребята дальше знают, что последний, скорее всего, где-то в яме, либо уже уснулся на восьмерку. Прыгают в просвет. Вот вам и Мадара. Дает минус, уже минус 2 от него под конец раунда. И 9... А, 8-7 в пользу команды... Да, страны дураков. Так, ну сейчас посмотрим на пистолеточку. Аешки, много гранат взяли под аплент, страна дураков. Пожалуй, без такое название коллектива, а пацаны уже в полуфинале и близки к тому, что в финал паблик турнира выйти. Ну ладно. Гранаты мидл летят. Один юспу есть у атаки, он у родной. Родная, с юспом. Родная, пой, пой, я. Пой, родная, пой, короче. Тут, наверное, так его не читается. Ну, а смотрите, уже кого-то надамажили плотно у защиты, что-то вот по ХП просели. Легенда тем временем пытается разводить здесь. Ой, здесь хаешка хорошая в зиг залетела, Йонви сразу на информации. Понимает, что хаешка очень плотно надамажила игроков команды атаки, но атака-то с пачкой стоит под Б-пунктом. Остальные вроде как разводили зиг, теперь стягиваются через нижнюю. Хасчанский должен давать информацию, что пошла стяжка под верхнюю. И пошел выход уже на Б-плен. Здесь Легион с 3 хп забирает первого. Дальше надо жить, но жить не получилось. В итоге его забрали. 4 в 4, пачка устанавливается дефолт. Выходят щепки Хасчанский неудачно. С Глаком его уже встречают. 3 в 3, здесь уже численное равенство. Первая флешка полетела от Супер Люси. Дальше он под эту флешку не решается ворваться. Наверное, нужно было ее отсрочить и кинуть попозже. Но вот забирают первого в миде. Знают информацию еще по второму. Один будет заходить с тэшки, он последний. Так, забирает Йонви. Раз, два, ну и чуть третьего еще и по голове не попал. Но и легенда... А, страна дураков. Не выигрывает раунд. Легенда 8-8. Все, нормально. Продолжаем смотреть. Всем спасибо, ребят, кто фоловит нас на Твиче. Нам такая поддержка прям душу греет. Вот. Ну а пока что у нас выход под Б-плент с девайсами. Легенда просто на ноге, пацаны бегут. И с хаешками мидл ждали защиты. Они хотели на восьмерку по таймингу откинуть гранаты. Но тут они уже при перетяжке их встречают. Накидывается смок щепки. Вообще без шансов. Просто бойня неравная сейчас. И легенда, я думаю, что выйдет вперед. Йонви мало шансов, если он не сидит в Б-пленту, конечно. Но он с дефу с китами, он надеется, на, возможно, на ниндзю. Но для этого ему нужно так, накидывается флеш в нижнюю. И... О, чекается такое, чекается паблик пацанами. Так что не нужно удивляться. 9-8, и легенда снова впереди. Ребята выходят вперед. Наращивают экономическую мощь в этой игре, но девайсы не меняют. Как кто-то был на морковке, так и остается. Остальных вроде автоматы. C58 быстро по фасту прыгает дюкфлик. И у него сразу есть возможность занять мидл. Они дамажут здесь Мадару. На минус 31 накидываются флешки мидл плюс зиг. И можно сейчас на быстром тайминге на ноге залететь на четверку. И так. Ой, ну ты чё, ты игрок в тупке. Дюкфлит заметил здесь игрока. Позиции на данске, так называемый, который Кеш постоянно любит занимать. Ну и выход на апленд через зигзаг. Легион дает первый минус. Легион может еще постреляться. У него дигл на ближнем расстоянии, но у него релоуд, я так понимаю. И шансов очень мало. Забирает первого, второго, третьего в просвете. В общем, раскидывает халяву. Последнего забирают на зике. И легенда берет 10-й для себя раунд. Пока что 10-8. Вот так вот. 10-8 и... 10-8. И у защиты теперь появляются девайсы. Все, я что-то отвлекся ненадолго. И есть Ави, кстати говоря, Хасчанский. Так, подождали тайминга и открывают банку. Пацаны просто поймали кураж уже за атаку. Первый минус на девайсном за легендой. Дальше можно проходить. Непонятный смог в подъем, который, кстати, по сути, за КТшников сейчас играет. О, здесь
нормально так отсрочили. Авик в КТ. Суперлюся готов принимать, но его здесь расписывают и в итоге забревают. Последний на Зике. Мадара должен просто биться до последнего. Мадара один остался, один в три. И понимает, что игрок будет где-то либо КТ, либо Зик. Но мы-то видим, что игрок играет именно с просвета. И сейчас он должен будет чекнуть. Видел голову Мадара. Ну и Мадара пытается префить просто. Так, закидывается хаешка. О, на минус 26, еще и флэш. Флэшбанк ему залетел в плент. Но против него сотый игрок, поэтому я думаю, что если даже второй армор есть у игрока команды атаки, это прям большой плюс. Но сейчас у Мадары более выгодная позиция, его посмотреть направо, но... Но... Нет, не смог. Конечно, тут по ХП больше было возможности у легенды потащить. И первый девайс на второй половине также за легендой, пацаны... Лидирует все еще, Авик как-то не справился в этом раунде у защиты. Но все равно они, по-моему, форсят. Они, да, берут форсбай, как я вижу. Есть фамас, есть гранаты. Это форсбай, очевидно. Два фамаса и остальные вроде как с диглами решают не отдавать. И брать максимально по закупу все, что только можно. Решают уже рисковать сейчас на дураков. Хотя должны понимать, пацаны, если этот проигрывают, то потом экономически, в общем, там куча будет проигранных раундов. И... Большая просто разница по счету. Вот так вот. Ну и атака. Тем временем, ребята, халдят 0 плюс Т-шку. На Зике подсадочка от Мадары. Мадару вот накидывается флешка. Мадара сидит на большом ящике. Мадара, если не чекнут, но его простреливают. И еще и взрывают добавок. Все, Мадара не игрок в этом раунде. Хатчанский. Так, мидл проломили, бей своих. 3 в 2, но есть Легион. Он в верхней Т-шке, но хороший сплит здесь вырисовывается. Т-шка плюс мидл, без шансов для Легиона. Супер Люси Ласт и Форсбай. Ну, пока еще рано, да, говорить о том, что он не удался. Все-таки остался последний. Он еще и дефа подобрал. Он еще сейчас будет стреляться, но ему будет очень трудно. И пока не подбирает он здесь девайс на миде. Хотя все, взял АК, пытается стреляться дальше. С мидла будет обходить за темп. И просто втроем, я думаю, сейчас... Ой, забрали первого. С медла за темп должен уже чуть-чуть увеличивать свой шаг. Но, да, в спину заходит и забирает. Все, 12-8. Экономически должен быть у страны дураков. И все для них очень печально может сейчас сложиться. Да, ребята должны понимать, что это эко. И у них в лучшем случае 2500 у кого-то. Но они снова берут. Это форсбай очередной. Вот-вот-вот вам, пожалуйста, ребята решают играть незатейливый форсбай без диффуз китов. Странное решение от них, но они понимают, что нужно, наверное, все-таки играть ва-банк. Ну, хотя, не знаю, в общем, пацанам виднее, не буду их винить за это решение. Я думаю, что даже кто-то и без армора закупился. Ну, вот так вот. Йонви тем временем получает очень много демейджа, но при этом есть минус от защиты. И растягиваются по карте. Пока что атака... Подрублю-ка я ВХ, нам можно тут на delete кнопочку нажать, а вот пацанам нельзя ВХ пользоваться. Так, Йонви тем временем дальше смотрит банку, он не знает, что игрок пошел под ящик, Йонви сейчас просто спиной будет заходить в банку, его здесь накажут, да. Йонви отлетел, 4 в 4, и пошел выход на аплен, просвет, гусь, но как хорошо страна дураков все-таки с фамосами здесь принимают, и пока что, но... Не смогли они сдержать здесь натиск. Хотел я только что их похвалить за это, но не получилось. И так, смог накидывается в КТ. Пачка будет устанавливаться под подъем. И по длину, точнее, на подъем. И так, забревает еще просвет. Супер Люся в очередной раз последний. Пытается он здесь стреляться. И безуспешно. Вот так вот, легенда во второй половине вообще ни шанса своим соперникам не дает. Уже берут серию 6 раундов подряд. В принципе, похожая ситуация была в 1-8 у команды РФ Войска. Кто помнит, смотрел нашу сегодня первую карточку на стриме. Когда в первом раунде, в первой половине тоже была упорная борьба 8-7, а потом во втором без шансов. РВ закрыли. Продолжим наблюдать. И у нас... Снова форсбай от страны дураков. Ребята закупаются в очередной раз. Ну, уже просто, наверное, какой-то дизморали они действуют. Накидываются флешки. Сейчас Легион ждет тайминга, чтобы накинуть флешку и под эту флешку открыться. Видимо, у кого-то посмотрел из профессионалов эту флешку. Ну и сам ловит фуллблайнд на экране и его здесь забирает. Все, поплыли. Поплыли страны дураков.
Так, пытается здесь Песчанский за всю команду отрабатывать на планту, но он здесь бессилен. Конечно же, Мадара смотрит смог. У него 4 хп осталось, он не дает просочиться здесь в этот смог одному из игроков. Это был Ус, ну и вот также в смог здесь забрили с подъема. 14-8, легенда мчится к финалу. 2 раунда в основное время осталось им взять, чтобы попасть в финал этого турнира. Ну и страна дураков, ребята снова закупаются, уже 4-й раунд подряд проигрывают КТшники и все равно берут до последнего, пацаны, ну не знаю, на что они так рассчитывают, надо было, наверное, после счета 12-8 слить, чтобы сейчас уже был полноценный закуп, но у них вот форсбай. И теперь атака снова не торопится, Хасчанский накинул флешку, прочекал 9, уже пытаются агрессивничать, сдают нервишки у пацанов, пытаются они здесь придумать для себя какой-то экшен, но очень аккуратно легенды контролируют все позиции, все выпады, откидывают гранаты, чекают спину с восьмерки, что игрок мог зааркадить просто-напросто тэшку, это тоже есть понимание у пацанов, вот единственное, конечно, тёмку не заняли, и теперь вот осторожничают с этой тёмкой, чекают и верхнюю, и нижнюю, и свой респаун, на это тратится, конечно же, силы и время, ну а тем временем Ус неудачно открылся на Зиге, хотя вот, ой, точнее, на длине, Зигу-то проломили на самом деле, забрали первого, второго дальше на ноге, смог лежит по планту, в смоку никого нету, и сейчас будет стяжка за темп. Неудачно здесь пытался ловить перетяжку с КТ, но есть какой-то размен. Пачка устанавливается. 3-2, пачка под зигзаг. Можно уходить именно сюда. Легион с просвета ждет своего тиммейта. У него Мадара на хелпе. Они оба играют отсюда. Пытаются стреляться с четверкой. Неудачно. Есть размен, но и легенда в такой ситуации не оплошала. 15 забирают в свою пользу. И 7 матч-поинтов до финального результата. 15-8. Вот так вот. Ни одного раунда команда «Страна дураков» по второй половине, к сожалению, не взяла. К явному сожалению. Я рассчитывал на более интересную баталию, но легенда хотят побыстрее закончить и действуют очень аккуратно. На этот раз, кстати, они занимают тэшку, чтобы остальным не обращать внимания. Вот Дюкфлик контролирует здесь какие-то выпады, агрессивные позиции. И на все деньги, естественно, страны дураков будут закупаться, но для них здесь уже каждый раунд решающий. И он вистал в упор на Зиге, накидывается моменталка, и он как отлично забирает. Фух, как хорошо сыграл парень по фуллблайнде. Но одного минуса маловато, его тиммейты постепенно отпадают. 4-3, и я уже, если честно, не верю в команду страны дураков. Как-то вот у них не клеится с рекламой, ничего не получается. Хотя Хасчанский работает за весь коллектив, одного наспрейл. И еще одного волбангом забрал. Пацан постарается сейчас, конечно, затащить, но шансов очень мало в такой ситуации, когда поймал кураж команды Легенда. С первым пытается перестреливаться и забирает, причем вообще не теряя хп. При этом есть информация по второму. Пытается работать дальше, но нет, Легенда забирает 16-й и проходит финал этого турнира.